Всем привет, ребята! Сегодня мы были на канале Лиза ТВ. Сегодня, как у нас такая рубрика «Может быть». Это новая рубрика, и я здесь рассказываю, может быть, в Штоке-Боке будет что-то типа этого. Как вы знаете, на улице Окей, то есть это такая мир такой, кто не знает, и там очень мало локаций, и может быть нам... разработчики скоро сделают новую локацию. Я вот не знаю, но надо подумать. Здесь есть робокафе и еще такой странный, еще есть свалка, типа кошачьи свалки в бесплатной локации. Не помню, как она называется. Не буду говорить неправильно. И если вы знаете, что там очень мало локаций, и вам, наверное, будет очень интересно. И мне интересно, будет там локации или нет. Мне кажется, что-то на улице Окей будет что-то такое оригинальное. И не будет там на улице Окей, может быть, хоть что. Нам сделали какой-то там творческий, странный, не знаю, как это называется, какой-то центр, творческий центр, где можно там и рисовать, и все, что можно, все, что сделано с творчеством. Я не знаю, что именно нам придумают разработчики Токи-Боки, но не знаю точно. На этой улице может быть хоть что. И какое-нибудь кафе опять, но кафе, наверное, не сделаю, потому что робокафе у нас уже есть. И что-то какие-то прикольные, какие-то прикольные штучки. Я не знаю, что может Токи-Бока нам придумать. Но будем надеяться, что Токи-Бока нам может что-то придумать, и мы сможем сделать что-то типа какого-то магазином или какой-то дизайнерский домик прям в этой локации сделать. Я вот не знаю, что такого может придумать Токи-Бока, но точно что-то интересное. И если вы тоже думаете, что на этой улице Окей будет какие-то новые локации, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И как раз там очень мало локаций, и еще может быть какие-то будут локации. И если вам понравилось видео, так как раз я хотела вам сказать. Токи-Бока выложила в Инстаграме, то что не знаю, где это выложено, но я это нашла в интернете. Что будет какая-то новая локация или что-то типа этого. И Токи-Бока уже думает сделать какую-то нам локацию. И если вы думаете то же самое, как и я, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока и до новых встреч. И пока-пока, ребятки.